Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами совершаем прогулку по крупнейшему болгарскому курорту Слънчев-Бряг, Солнечный берег. Мы с вами находимся в самом центре курорта. Вот здесь вот центральная автобусная остановка. Идут автобусы на Несебр и Светевлас. Там дальше за ней рынок, ресторан Джанни, комплекс Лазур. А это центральная улица, Flower Street, цветочная улица. Вот здесь вот гостиница Кубань. Это такая стелла, ее установили пару лет назад, когда Солнечному берегу исполнялось 50 лет. Вот смотрите, какая температура. У нас сегодня 25 сентября и 25 градусов. Это легендарный корнер-бар, где проходят всякие тусовки и парти. А туда дальше, по цветочной улице, мы выходим на пляж. И не удивляйтесь, друзья, что курорт совершенно пустой. Конечно же, в этом году из-за всех сложившихся обстоятельств, тем более сейчас конец сентября уже, конечно же, людей совершенно нету. Перед самым пирсом, пляжем, налево и направо уходят еще такие пешеходные улицы, на которых обычно открыты всякие магазины, ларьки, рестораны, бары. Это знаменитый аттракцион Slingshot. Так, старый Несебр вот там виднеется вдали. Город-музей, где мы с вами побывали в наших двух предыдущих видео. А это Слънчев-Бряг. Подножье горы Старопланина расположен городок Светевлас и поселок Еленитя. Это знаменитый бич-бар Мексо. Конец сентября, вода очень теплая в море.
знаменитая дискотека «Лазур» пережила, пожалуй, свой худший сезон за всю историю. Вот здесь вот прямо на пляже обычно происходят дискотеки «Лазур», также внутри этого здания. Это была экскурсия по курорту Слынчев-Бряг, Солнечный берег. До новых встреч!